¿Qué tal? Perdón. Я сейчас в школе хожу. Мне еще 4. Мне когда 6 встанет, я пойду в школу. А в музыкальную пойдешь? Да. Этот вот дар, он внутри него. То он даже в пеленках, когда еще лежал, мы его на руках носили в пеленках, он такие звуки издавал. Ти-ти-та, ти-та, ти-ти-та, ти-ти-та. Он прежде, чем папа и мама сказать, он вот эти вот звуки издавал. Это я говорю, есть врожденное что-то, вот знаете, от Бога такое чудесное, сверхъестественное. Утром любит больше мультики смотреть, потом играться, а ближе к вечеру он весь вечер барабанит. Посмотрит на барабанщика, кастрюльки также расставляет. Это рабочий, это хай-хэт, это хай-хэт, это бас-бочка. У вас не было техники специальной? Нет. Это группу Скелли. Это американская группа. И у них тексты такие, что там ты не будешь одна, Бог тебя любит, он с тобой всегда. И Леня любит там, например, песню «Герой» на русский язык, если перевести. Гиро. Любишь Гиро? Да. Скажи, я люблю Гиро. Я люблю Гиро.